У мужчин не так много средств, чтобы радикально изменить свою внешность. Солнцезащитные очки из числа таковых. Форма, цвет и материал создают различные ассоциации и могут придать внешности строгость, мужественность или, напротив, сделать образ более мягким. Модели для сильной половины, в отличие от женских, гораздо меньше подвержены изменениям. Тем не менее, в коллекциях 2010 года несложно выделить основные тренды. Мужским коллекциям свойственны более-менее классические формы, классические материалы, классические цвета. А что это такое? Это цвета черные, коричневые, цвета линзы, это серый, также это коричневые линзы, градиентно окрашенные линзы и также популярны, конечно, линзы практически прозрачные. Ray-Ban, Tom Ford, Marc Jacobs, Hermenegild Zegna – это лишь некоторые бренды, представляющие мужские коллекции. Кстати, именно марка очков зачастую становится решающим звеном в выборе этого аксессуара. То, что касается лакшери-сегмента, типичный представитель – это Hermenegild Zegna. Классический – это металл, это пластик, это, вот, допустим, в этой модели заушник искусственно состарен и сделан под дерево. Вот, предположим, тоже одна из моделей – это типичная ретро. Дмитрий Ружин в модной индустрии не один год. Сегодня он является директором концептуального бутика «Icons». По долгу службы частый гость парижских недель и мод, светских тусовок и прочих публичных мероприятий. Поэтому, как признается Дима, очки для него – незаменимый аксессуар. Если мне хочется там какой-то классический образ, опять же, там серьезная встреча или еще что-то, я беру какие-нибудь такие классические очки в черной оправе. Если какое-то настроение такое расслабленное, я беру всегда Ray-Ban. У меня есть очки и Tom Ford, и Gucci, и именно в зависимости от настроения всегда их меняю. Но ты уже успел познакомиться с коллекцией 2010 года, на какие бренды, на какие конкретно модели вот упал твой взгляд? Но меня вот очень порадовала коллекция Марка Джейкобса. Он всегда работает в таком угарном стиле гранж. Ирония, смех, то есть всегда какие-то там, например, такие приколюхи. 100% Марк Джейкобс, например. Вот. Это его леопардовый рисунок на одежде, вот его леопардовый рисунок на очках. Лично для себя я вот отметил коллекцию Gucci. Мне очень нравилась коллекция, вот, которая была выпущена 2 сезона назад, но я как-то спокойно относился к этому бренду после ухода Тома Форда, но вот очки заставили меня пересмотреть. То есть мне очень понравилась вот эта вот интересная модель, такой, в синем цвете, достаточно необычная. Подумаю я насчет нее. И вот это вот. Вроде бы авиаторы, но при этом прозрачные. Глаза в них выглядят отдохнувшими. Вот что мне нравится. Исторически сложилось, что все мужские аксессуары скорее практичные, чем декоративные. Но тем не менее, они способны много рассказать о характере и вкусе человека. А потому и солнцезащитных очков в гардеробе современного мужчины должно быть много.